выращивания земляники из семян в домашних условиях. Ничего не может быть лучше, чем собственноручно выращенная ягода и также собственноручно поглощенная с заметным аппетитом. Для выращивания земляники не потребуется значительных усилий, и это можно проводить даже в домашних условиях, ведь важно знать всего лишь специфику посадки и дальнейшего ухода, чтобы правильно распределить нагрузку на ягоду. Если поделиться собственным опытом, то скажу вам, что с земляникой не возникало особых проблем, так как растение плодоносит даже в тени и может переживать заморозки. Чтобы высадить землянику, нужно сначала понять, какой способ вы хотите попробовать. Советую вам остановиться на семенном способе размножения земляники, поскольку он похож, если сравнивать именно домашние условия, на способ проращивания семян в теплице, поэтому дома вырастить землянику будет легко, а там вам уже решать, вы хотите ее продолжать выращивать в домашних условиях, например, придумывая специальные конструкции, полочки, как это делают, например, с клубникой в прозрачных пластмассовых контейнерах, бутылках, или пересадите все же в открытый грунт, она уже будет совершенно придатна для посадки. Есть определенный период, когда семена можно высаживать, этим периодом является февраль и позже, в зависимости от температуры вашего региона, от погоды в конкретный год посадки. Оптимальный или средний статистический месяц, когда нужно будет высадить землянику, это март или апрель. Они подходят, потому что температура более-менее стабилизируется. Для молодых саженцев, которые разовьются из семян, это очень важный момент. Если посеять слишком рано, например, в феврале, когда погодные условия не будут способствовать хорошему развитию, придется самостоятельно подсвечивать саженцы земляники, чтобы они не затупились в росте из-за недостаточного количества освещения. На моей практике середина апреля идеальное для посадки время, и меня нельзя переубедить никакими другими способами, что это не так, на практике-то проверено. Семена можно несколькими способами оживить, то есть заставить их активизироваться и тронуться в рост. Для начала нужно попробовать вариант с влажной почвой, в которую помещают семена, накрывают полиэтиленом и помещают в прохладное место. Есть вариант прорастить семена на снеге, но это очень трудоемкий процесс, поскольку последний способ больше подходит для открытого грунта. У семян земляники есть своя специфика выращивания. Вам нужно подготовить почвенную смесь, которая в обычных условиях для дикой или лесной земляники состоит из дерновой и листовой земли. На эту смесь выложить слой песка, уже перемешанный с семенами, и распределить по поверхности почвенной смеси. Ни в коем случае не углубляйте, не прикапывайте семена, они должны оставаться на поверхности. Когда семена земляники посеяны, определитесь с условиями их содержания и хранения. Отлично подойдут умеренно освещенные места, например, подоконник, чтобы солнце не было слишком активным и не палило, но и чтобы света было достаточно. Температура для прорастания должна быть среднекомнатной, от 20 градусов до 25. Почву нужно поливать не слишком часто, чрезмерного полива земляника не любит, он только уплотняет почву и не дает ей дышать, а это намного важнее для семян земляники, чем вода. Проследите лишь, чтобы почвенная смесь не пересыхала, и выработайте систему полива. Этого, поверьте, будет вполне достаточно для выращивания земляники и семян в домашних условиях. При правильном уходе уже в этом сезоне вы получите плоды небольшой, но очень вкусной и красивой ягодки.